Можно сказать, что ставки в энергетической войне между Россией и странами ЕС все повышаются и не думают даже опускаться. Россия ввела санкции против нескольких европейских компаний, через которые «Газпром» поставлял газ в Евросоюз. Первый удар контрсанкций приняла Германия, крупнейшая промышленная держава и главный потребитель российских энергоносителей в ЕС. Ситуация складывается таким образом, что Европа готовит новые санкции против российской нефти, главного экспортного товара и основного источника доходов Кремля. Отказаться от нее Евросоюзу проще, чем от газа. А для России наоборот, поэтому газовая атака на Европу – самое эффективное российское оружие в экономической войне с Евросоюзом. И в этом энергетическом противостоянии все сильнее звучит вопрос, как Европа переживет осень и особенно зиму, и хватит ли газа. Пусть сейчас у нас не так много газа, как это было прошлой зимой, у нас есть запасной план, который заключается в использовании альтернативных источников в некоторых отраслях. В Европе в домохозяйствах очень сильно используют газ для тепла. Очень популярны газовые бойлеры, и им будет сложно быстро переключиться на другие источники тепла. По словам Симпсон, поставок сжиженного газа будет недостаточно для покрытия потребностей европейского газового рынка, и здесь потребуется комплекс мер. Еврокомиссар считает, что найти газ от тех производителей, которые смогут предложить его в увеличенных объемах, внедрить и другие источники энергии, солнце или ветер. При этом в нынешней ситуации актуален также и уголь, который некоторые страны ЕС по-прежнему добывают, а в случае Эстонии это сланец. Кадри Симпсон считает, что, к сожалению, в таком кризисе это стало приемлемой альтернативой. Но время от времени возникает в качестве альтернативы еще и разговор о лимитировании потребления энергоресурсов или, проще говоря, наложении определенных квот. Насколько реален такой вариант? Важно знать, что Европе необходимо будет искать различные варианты альтернативы газу. Но даже если и произойдет полностью отключение от газа, то в некоторых производственных сферах, как, например, производство удобрений, где используется очень много газа, теряются очень хорошие перспективы. Из-за роста цен внедрение квот на газ быть может разумным шагом. А между тем, из-за военного конфликта на территории Украины энергетический кризис наращивает обороты. В конце апреля Россия приостановила транзит газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа платить за поставки в рублях. Теперь эти страны работают над поиском альтернативных вариантов. Германия, пострадавшая от отключения газопровода «Ямал» и «Европа», осуждает последние действия Москвы. Польша уже заявляла, что отключение газа России было нарушением контракта. В свою очередь «Газпром» обвиняет европейские страны в несоблюдении условий соглашений, не позволяя ему управлять трубопроводами, а также осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам совместных предприятий. Ну а то, как аукнутся эти баталии простым жителям Европы и Эстонии в частности, мы узнаем уже ближе к осени. Но в целом мы, похоже, должны быть готовы больше платить за потребляемую энергию. Сергей Овчинков, Петр Юльвайн, новости Таллина.